Здоров, ребят! Сегодня будем решать маленькую проблему, которая может привести к большой проблеме. Так, смотрите, бывает у людей портятся катушки зажигания, либо просто мотор не работает в один прекрасный день. И все почему, вы, наверное, уже заметили. Постепенно с этой косы вот так вот расходится изолента, и именно на третьем цилиндре проводка задевает об этот болтик. Ну, это даже не болтик, а шпилька. Перетирается, и хлопа, у вас КЗ, либо катушка начинает моросить. Что нужно сделать? Что нужно сделать, ребята? Смотрите, вот есть такая изолента матерчатая, как раз-таки создана для этих вещей. Она трудно перетирается. Кстати, покупал в Вестошопе, ссылочку я вам скину в описании. Ну что, сейчас я вот эти все моменты перетяну и включусь. Ну, батя подъехал. Здорово! Ну смотрите, все перетянул. И теперь все четенько. И еще перекройте вот эти части у крышки. Здесь наплыв, здесь наплыв и здесь. Чтобы тоже нигде ничего не терло. Особенно получается здесь. Конкретно провод трется вот в этом месте. И, кстати, изолента реально классная. Она очень скользкая и износостойкая. Антифриз? Да. А что, ты же там все же окей. Мы победили же. Победили? А сам ты не видел. Ага. Что-то мне... А ты еще не открыл его? А я чего открыл? Не знаю, ты багажник открыл. Да? Точно. Был видос на канале. Куда уходит антифриз? Мы победили, ребята. Так, уходила здесь. И плюс крышка была не оригинальная, а самая дерьмовая. Ну все. По максимуму. Все, антифриз держится. И крышка, вот я хайл лузар, но на самом деле лузар рулит. Срабатывает идеально. И давление не передерживает. Пусть дороже, но зато нормально. Да. Ну и все. Давай. Привет. Это уже пап на другой канал. Так, ну и все, ребята. Всем удачи и пока.